Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! Так, чтобы активировать у вас, например, да, у меня, кстати, слетело после обновления. Я не могу дозвониться в Казахстан, Microsoft, а вы можете дозвониться в Россию, если просто обращайте внимание на праздник. Так, заходим пуск, заходим параметры, заходим обновление безопасности, и у нас здесь активация, вот активация. Сначала, да, изменить ключ у вас, это пустой будет, как если вы купили, и изменить ключ продукта. Кстати, в интернет обязательно доступ должен быть. Изменить ключ продукта, и здесь пишем ключ продукта, и далее проверка идет, и у вас будет лицензионным Windows. И Windows делится на три, там корпоративный, Enterprise, и Pro это профессиональный, и Home домашний. Так, и устранение, если у вас что-то не так, устранение неполадок, и дальше уже по инструкции здесь, да, у меня, кстати, у меня все равно требует купить, хотя у меня просто летело, как рабочее время будет, я должен позвонить в Microsoft Center и там все объяснить, да. В описании под видео есть видеоурок, посмотрите про компьютер.